совсем недавно столкнулась с такой проблемой, то что очень долго ждала всяких разных виз, потому что мне нужно было в одну страну съездить, во вторую страну съездить, в другую страну съездить. То есть в одном посольстве там месяц лежит паспорт, в другом посольстве там он тоже там 3 недели. Собственно говоря, вот мое все лето я просидела в России. Я очень люблю Россию, я отсюда никуда не собираюсь, я буду здесь всегда. Это моя родная страна, родилась я в городе Москва, который безумно люблю. И как, куда бы я, когда бы я бы ни поехала, мне всегда хочется сюда вернуться. И когда я сюда возвращаюсь, я спускаюсь с перрона, мне хочется целовать землю, потому что Москва, она особенная, Россия, она особенная. Наша страна, она очень сильная держава. И я считаю, что у нас очень большое будущее, и мы очень сильный народ. Вот. Но те люди, которые живут, допустим, на две стороны, я считаю, что в этом ничего страшного нету, потому что очень много там каких-то союзов, очень много людей, которые работают на две, на три страны, сотрудничают с другими странами. Поэтому в этом ничего плохого нету. Если так судьба как бы, ну, сложится у меня, то я могу, но я никогда не брошу Россию. Россию я люблю всем своим сердцем, всей своей душой. Вот.